Поселок Кузнечный, Овчинный городок, Овощевод, Дубки. Нынешней весной эти районы города рискуют вновь оказаться под водой. Чтобы оградить местных жителей от несчастных случаев и аварийных отключений, в Оренбургэнерго заработали целый комплекс противопаводковых мероприятий. Мы подготовили 6 бригад, которые круглосуточно по городу Оренбургу, Оренбургскому району анализируют ситуацию паводковую и следят за подъемом паводковых вод. Готовят к большой воде и спецтехнику. В арсенале городских энергетиков 2 передвижных дизельных электростанции, вездеходы, средства связи, запас горючего. В Оренбургэнерго предупреждают, в случае подтопления жилых районов возможно кратковременное отключение электроэнергии. В свою очередь жителям стоит быть крайне осторожными. Ни в коем случае нельзя проплывать под линиями электропередач. Все линии электропередач считать находящимся под напряжением. Приближаться к электроустановкам затопленным на расстоянии 8 метров, ближе 8 метров запрещается. Катастрофических разрушений от водной стихии пока не ожидается. Однако готовыми нужно быть ко всему. И в случае опасности знать, как себя вести и где получить необходимую помощь. Если будет весна, так сказать, бурная, дружная, то, возможно, где-то будет ситуации, связанные с подмывом опор. То есть будут течь паводковые воды. Просим жителей города Оренбурга обо всех нештатных ситуациях, связанных с нашими установками, сообщать. В случае подтопления жилых зданий нужно немедленно отключить напряжение и выкрутить пробки. Обо всех нештатных ситуациях, связанных с энергоснабжением во время половодья, следует немедленно сообщить по телефонам, указанным на экранах. Виталий Сапожников, Илья Схоялин. Наше время.